Дорогие друзья, город Каширы, как и все, наверное, города Подмосковья, пестрит талантами. И мне очень приятно пригласить на эту сцену землячек большинства из сидящих в зале, каширского поэта, автора-исполнителя, члена Московской областной организации «Союз писателей России» Татьяна Каминая. Ваши аплодисменты. Я очень рада, что буквально с первых дней работы этого замечательного радио наши с мамой песни, которые знают многие каширяне, теперь слушают и на волнах этого радио. Итак, начну я со своей авторской песни, которая как бы раскрывает мое кредо жизненное, если хочешь, чудес. Ждет меня свою придуманную радость.
Кирьяновне. Татьяне Кирьяновой, руководителю ансамбля фольклорного «Рябинушка». Песня называется «Русь». Татьяна Камильная.